Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Мадагаскар. Итак, короче, сегодня дальше у нас идет уровень, называется «Погоня по улицам Нью-Йорка». Думаю, мы на правильном пути. Эй, пахнет зеброй. Это может быть любая зебра. Да ладно, ребята, Марти не мог далеко уйти. Мы должны попасть на центральный вокзал до того, как он сядет на поезд. Вернемся обратно. Что если они начнут меня гладить? А эти что, не нравится? Расслабьтесь, такое. Ребята. Вы с королем Нью-Йорка. Меня здесь все любят. Все у нас получится. Хорошо. Ребята, давайте разделимся. Так мы сможем быстрее все прочесать. Любит, но мне кажется, только в зоопарке. Такое чувство, что я уже не... Кыш отсюда, псины. Может, я и чубиха? Сейчас не Хэллоуин. Звук отстает, конечно. Это не по нраву мне. Ах ты. Во. Думаю, мы на правильном пути. Опять я shift нажимаю постоянно. Кыш отсюда. Мы должны попасть на центральный вокзал до того, как Марки уедет в свое дикое место. Да хватит повторять одно и то же, блин. От кого-то пахнет мускусом. Как мне нравится раскраска на этом большом. А ну, пошла нафиг. Так, и здесь у нас секретная игра. Сыграем ее? Игровой автомат. Странно, что Марти здесь нет. Зипели. Можно, в принципе, держать кнопку мыши левую и не отпускать ее. Вряд ли Зепелину навредит, да. Где еще самолет? Уровни бесконечные, а уровни одинаковые буквально все, по-моему. Опа, пауза. Продолжаем. А, меня попали, по-моему, один раз.
еще один уровень недостаточно. Так, а вот вы никогда не задумывались, что будет, если попробовать спуститься на землю? Может там пустыня какая-нибудь будет, а? Я на самом-то деле знаю, что будет, я просто хочу вам показать. Там видно, что там что-то какие-то горы, что-то есть. Вот мы летим вниз и будем смотреть, что будет. А, нас сразу же просто поднимает выше. Ладно, нам надо искать Марти, а мы тут дурью маемся, вот же блин, а? Автоматы напоминают мне о Марте. Как же я взбешен из-за него. Да, кажется, придется отменить встречу. Наконец-то! Лучшие силы Нью-Йорка! Что-то вы, ребята, задержались? С Зеброй не встречались? Кажется, он нам угрожает. Ребята, взвести курки. А так они на меня пошли. Динозавры-то не настоящие, наверное, какие. Он у нас в руках. Берегите зверя! Нужна помощь! По-моему, их двое было там. Оу, пшит. Надо спешить, если я хочу выжить. А, вот, получилось. Есть жертвы, скорее позовите подкрепление. Я просто хотел сделать так, чтобы каждого... Чтобы все эти анимации проверить, как один падает в яму, в колодец. Другого динозавра хватает. Еще одного ларьком зажимает. Эй! Город, который никогда не спит, проснись! Решил отказаться. Блин, прыгни через это дурацкое кольцо. На велосипеде. Что-нибудь разузнали? Я тоже ничего. Но моя женская интуиция подсказывает, что эта дорога ведет к центральному вокзалу. Встретимся позже. Как скажешь, Гло, только поторопись. Центральный вокзал. Вот мы и пришли. Я думал, нам еще идти туда надо. Ха-ха, обалдеть. А как насчет автобуса? И даже автобус может. Обалдеть. О, карта силы. А вот еще одна. Есть. И прямо задница торчит. Ну ладно, сейчас я вам покажу. Нажми прыжок, потом еще раз. Я вам сейчас устрою. Это ерунда. Всего лишь небольшая пробка.
Вы уверены, что это ерунда? Ничего еще. Ну ладно, попробуем сейчас. Они даже не остановятся ведь никак. Ну ладно. Может быть, это и ерунда. Там золотая монетка была, я пропустил ее. Сумасшедшее движение, а там интенсивное движение. Или какое там, я не помню. А тут сумасшедшее уже. Да, они падают потом с неба, ну-ка. Мне кажется, я вижу бирки Марти. Наверное, он обронил их. Откуда бирки у него? Правда? Где? Ну, они где-то здесь. Отлично, показывай дорогу. Нет. Ты уверен? Ладно. Трсишка, блин. Я попаду в беду, если не буду висеть в воздухе над улицей. Внизу просто опасно находиться. Понятно. Нельзя падать на дорогу. Зашибись просто. Мелман. Трусишка. Тогда я смогу взмыть вверх, как вертолет. Вот это полет, блин. Как у него голова так не кружится. Я смогу держаться в воздухе над паром и подниматься все выше. Не знаю, чем тут вымышлены, но они воняют. Ох, ё-моё. У меня радикулит. А? Что это такое? Давай, поймаем. Господи, как кукла выглядит. Если хочешь здесь пройти, надень защитную каску. Ага, дайте мне защитную каску вашу, да. А вы на меня с ключом замахиваетесь. Да, я как ниндзя, блин, двигаюсь, конечно. Ой, надо подождать, пока экскаватор... Пока... Вот этот... Ковш уберет свой... Экскаватор на гусеницах. Ой-ой-ой-ой-ой, я упал. Так. Эй, летим. Часто прямо по курсу. Надеюсь, мы не опоздаем. А, вон он, мы прилетели уже почти. Да.
ты сделал? О чем думал? И куда это ты вообще-то собрался? Да, мы слушаем тебя, зебра. Действительно, ты хоть догадываешься, как эта пробежка по городу сказалась на моих носовых пазухах? Догадываешься? Эй, кто эти парни? Ну, расслабься, всего лишь полицейский. Всего лишь? Шлема? И транк визаторными пистолетами. Да, конечно. Сначала нужно разделаться со львом. Не трогайте меня! Я вас сейчас... Вы у меня сейчас! Эй, парни! Надеюсь, их не простерилизованы. Мам, тебе не кажется, что это меньше всего? О! Схватили, короче говоря, их. О, восстание пингвинов. Это мой любимый уровень. Обожаю этот уровень просто. Ну, Марти, надеюсь, ты сейчас счастлив? Может быть, я счастлив. Может, это заточение в хорошем смысле. Когда еще тебя будут возить по разным прикольным местам, осыпать подарками, петь песни? Почему ты всегда такой пессимист, Алекс? О, конечно! Заточение в хорошем смысле. Да, думаю, это самая роскошная клетка из всех, в которых я когда-либо сидел. Мне так жаль этих несчастных в загонах. Слушай, не помнишь, чтобы я выворачивал кому-то лапы только за тем, чтобы он составил мне компанию? Ребята, можно этого как-то избежать? Это не поможет вылечить мой радикулит. Парни, может, хватит ныть? Давайте не будем терять бодрости и оптимизма. Моя интуиция подсказывает, что-то нехорошее. О, просто великолепно! Но я... Что это было? Ну, определенно не я. Ладно, парни, раз мы выбрались из клеток, надо двигаться к следующей цели. И что у нас теперь за цель, шкипер? Не лезь перед батьки в пекло. Угоним это судно и махнем в Антарктику. Чем мне план? У кого-то есть другие предложения? Лично я подумал бы о нейтрализации капитана судна и экипажа. Приблизительно это я и подразумевал под угоном, Ковальский. Ребята, оставайтесь здесь и ждите, пока я не разведаю обстановку. Я дам вам знать, когда можно будет подниматься. Иди в разведку и найди место сбора. Потом позови нас. А чё это вы командуете, да? Итак, мне просто нужно вспомнить занятие по рукопашной. Сначала я собью матроса, нажав на клавишу атаки. Когда он упадет, нажму на клавишу атаки еще раз, и тогда он отключится после моего мощного приема крате. Это единственный уровень, в котором мы играем с пингвином. Эй, что вы делаете, парни? В этих клетках есть хоть какие-нибудь лекарства. Подойдут любые. Чё ты жалеешь себя все время, а? Дверь заперта. Мне понадобится ключ, чтобы открыть ее. А вон ключ на другой стороне. Все идет неплохо. Кажется, я достиг первого пункта назначения. Нужно открыть дверь клетки, чтобы потом использовать клавишу действия для вызова подкрепления.
Ладно, парни, выдвигаемся. Ого, ничего себе, качок там стоит. Ага, затянуло даже туда. Кажется, надо попробовать. Чего вы сразу-то за мной не пошли, а? Вперед! Но! Зачем они эти но-но кричат, блин? Так, будто у него несколько лишних Y-хромосом. От таких лучше держаться подальше. Y-хромосом? Блин. Блин, он сильный очень. Лучше не подходить к нему. Это что такое, я не понял. Я единственный, у кого сейчас кризис в жизни. Ну, какие-то баги тут, конечно, в игре есть. Насколько я понимаю. Блин, ту... я вспомнил, как достать эту монетку. Потом это получится сделать. Так, прежде чем вызывать подкрепление, надо от моряков избавиться сначала. Он навел меня на мысль, его можно использовать, чтобы нокаутировать охранника. Будет чудесно. Ты не можешь со мной так поступить. Особенно вот этого вот убрать надо. Слишком мало платят, чтобы еще отбывать. Да, это жестоко, конечно, их выкидывать туда. Давайте-ка монетки вот эти пособираем. Как я и говорил, их собрать надо с помощью крана. Можно моряков, в принципе, в эту клетку поставить. Но когда мы уйдем с крана, они почему-то здесь не появятся. Поставь меня на землю. Я боюсь высоты. Что-то шкипер на Рико больше похож сейчас был. Это уже место поинтереснее, конечно. Закрыть можно обратно? Да, можно. Так, газовое хранилище. А если не через трубу, то как люди-то попадают сюда? Непонятно что-то мне. Здесь дверей-то что-то не видно. Нужно подняться к вентиляционной шахте.
А чё пингвины одинаковые все во время таких катсцен, блин? Ого, к этому качку лучше не подходить. Тьфу ты! Не успел. Иди. Обалдеть, везде есть монетки. Везде можно включить слив. Да блин, мы из-за этого качка туда не пройдем. Ага, мы сейчас их заманим туда. Фу, что за... Что такое? Что это за шум? О, снова то же самое. Кажется, водопровод сломался. Я тут порядок наводить не буду. Что такое? Я тут порядок наводить не буду. Надо закрыть вас. Так, тики. Тики. Собираем. Тут, мне кажется, логичнее было бы ключ-карту нарисовать, а не обычный ключ, который мы подобрали. Мы либо возьмем радиорубку, либо умрем в бою. Либо умрем. Так, это тоже... А, нет, это так можно взять. Нет, тут нет ничего. Ящик полный шаров для бомбы. Какая удача. А те охранники так похожи на... Я помню, в первом прохождении сразу двоих подбил. Сразу двоих, короче, стукнул. Вот мне интересно, получится ли сейчас это сделать. Только пусть они туда отойдут. Я не помню, как я это сделал, но получилось как-то вообще прикольно. Прямо вот сразу двоих. Сейчас попробуем, конечно. Вряд ли это получится сейчас. Вообще не попал ни в кого. А, ну хоть в качка попал, это уже хорошо, блин. Блин, не получилось. Ну ладно. Я опять промахнулся. Кто это бормочет? Да я не люблю морфлот. Я помню, в первом прохождении сразу двоих подбил. О, ничего себе. Рикошет какой. Мне понадобится подкрепление, чтобы поднять лестницу. Катимся вперед. Но.
А на первый кран ты сам забраться-то смог. Будет чудесно. Ты не можешь со мной так поступить. Да, башка застряла в текстуре. Не очень получилось удачно. Отпусти меня, гигантская летучая рука. Что-то я не помню этих коробок, когда тут ходил. Поднять головы! Может, они были, но я и не помню. Ты не можешь со мной так поступить! И так его не прихватишь, надо, чтобы он ближе подошел. Ты не можешь со мной так поступить. Да не, я могу. О, блин, опять не получилось. Сейчас. Все, парни, путь свободен. Можно двигаться. Монетку не взял. Сейчас возьмем. Между нами и верхней палубой находятся три двери. Доставьте нас к тем кнопкам с помощью крана, и мы откроем. В принципе, логично, если бы сюда поставить, один пингвин мог бы открыть бы все двери сразу. Ну нет, надо всех троих доставить. Отлично. Склад. Мечую, будет беда. А публика все прибывает. Можно попробовать пробраться мимо матросов за теми коробками. Можно, в принципе, спрятаться в коробку, чтобы они меня не увидели. Но можно и без коробки пройти. Так давайте спрячемся. Довольно много их, но ох, если бы я только смог пробраться мимо них, я бы одолел этих охранников. Можно и без транквилизатора, в принципе, всех троих грохнуть и пройти дальше без него. Но мы все же постреляем. А эти ребята сильные. Одного выстрела им может быть мало. Обалдеть. Оу, what the fuck. Ну, как я уже говорил, здесь не обязательно стрелять. Еще одна запертая дверь. Мне нужен ключ, чтобы открыть ее. Ой, там этот охотник из зоопарка. Лучше не подходить к нему.
хижина для сафари. Ну ничего, так хижина, только какие-то кресла тут странные, квадратные, как будто сделанные из камня. Так, не надо смотреть сюда. Глупые, не видят ничего, что коробка двигается. Ничего себе кровать, блин. Эти спят, только спят они почему-то с открытыми глазами. Странно очень. Сейчас идем на штурм столовки. Пленных не брать. Так, потом на сообщение отвечу. Ребята, помогите мне. Следующая остановка – мостик. Вперед! Вот дверь на мост. Так. Давайте, тут еще есть монетки. Сколько у нас монеток? 84 монетки. Ну ладно, мы собрали не все монетки, к сожалению. Ну и черт с ним, ладно. Это, в принципе, не обязательно делать. Так, и вот, кстати, еще запомните одну интересную недоработку. Вот здесь должны быть окошки и дверь, но их здесь нет. Этот что-то застрял там. Вот над чем мы трудились, ребята. Захватим его. Стойте, для вас путь закончен. Он там застревает иногда. Назвал нас птичками? Хватай. Достань транквилизатор. А вот здесь оказывается, что есть и окно, и дверь. Так, а вот здесь стрелять из транквилизатора обязательно. Тут без этого никуда. Что мы делаем из птичек дома? Жаркое. Ура! Похоже на рыбалку в аквариуме. Этим я тоже занимался. Ой. Хорошо, что промахнулся. Боже мой, что это такое? Ты не можешь на меня охотиться. Это я тут охотник. Да, могу. Мерзкие птички. Сам ты птички. Хотя, в принципе, это птички. Это слишком легко. Нет, 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 нет. Что дальше, шеф? Самое сложное уже позади. Теперь нам остается только задать курс кораблю и доплыть в целости до Антарктики. Ха-ха-ха, ничего себе.
Короче, на этом все. С вас Найкос и подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.